человека и утолите жажду целебным башкирским напитком. Сегодня рано утром выехали на автобусе, да, так путь немало времени занял. Вот, ну, в принципе, сейчас приехали. Самое главное, что мы здесь, ребят очень много, детей, детский турнир, столько народу пришло, конечно. Приятно ощутить такую атмосферу праздника. Да. Мы, в общем-то, для этого играем, чтобы быть ориентиром там для детей, быть ориентиром для таких, возможно, там небольших городов, да, как бы нашей республики, чтобы ребята видели, да, что все возможно, что можно играть в хоккей, можно расти там до главной команды республики и дальше, выше, вот, как бы представлять свой город на таком достаточно серьезном уровне, поэтому, наверное, это самое главное. Как настроение, Павел? Шикарное. Долгая дорога, не повод грустить. Приехали, тепло приняли нас здесь, поэтому очень классно. Пока все нравится. Как вам хоккейный коробка в Сибае? Холодно, но в целом очень неплохо, хорошая вещь тогда. Поэтому мне нравится. Много народу помешается. Что скажете, в принципе, о тех финтах, которые Григорий Панин показывает? Сейчас как раз-таки видим, что он вроде бы что-то показывает. Вот именно те финты, как у него в хоккее. То есть просто, ничего не делает. Просто стоит? Да. Это самые главные финты его, да? Да. А вы какими секретами поделитесь с ребятами? Мы только начали, 30 минут игрового времени покажут, на что мы способны. Движение отсюда, с ногами, вылез. Все, и бросил. Это вот сюда. Мне с ногами надо, шаг. Я с ногами иду. Пойдем на змейку. Да погоди, я тут оператором заделался. Александр! Андрей! Нет, я не Андрей, я Владимир. Владимир, как у вас дела? Мне все хорошо, мне очень нравится здесь. Все? Сейчас будем показывать, как играть в хоккей. Так, вот наша группа. Всем привет! Как у вас дела? Хорошо. Все хорошо? Да. Молочки. Мероприятие действительно замечательное. Спасибо, что пригласили нас. Как атмосфера? Все-таки вот это детские лица, улыбки, вот эти глаза веселые, вот эти неожиданные падения. Что скажете? Да все отлично, настроение супер. По-моему, не скажешь так. Почему? Ну, не улыбайтесь этим. Вот сейчас похоже. Не, ну вообще в целом, а во сколько важно такие мероприятия проводить, потому что детишки своих кумиров видят, в первую очередь. Для развития это очень важно, проводить такие мероприятия. Не скажу, что я мастер, но было бы приятно в детстве так вот выйти с мастерами, чтобы просто потренироваться. Николай, я так слышал, вы здесь уже играли до этого как-то, да? Как-то бывали в Сибае. Приходилось по молодости еще. Правда, таких арен не было, мы играли на открытой площадке и играли по второй лиге. С взрослыми ребятами уже было очень интересно. Я сегодня ехал по дороге из Магнитогорска и вспомнил прям эту дорогу, как мы на выходные приезжали играть. Вот. Очень были эмоции такие, что играешь против взрослых уже ребят, взрослых парней, поэтому немножко другого уровня было. Весьма уверен, но мастер-класс так ребятами управляете. Можно ли сказать, что уже готовы тренировать? Я думаю, что я пока еще готов играть. И в детстве, я думаю, каждый ребенок мечтает увидеть именно вживую игроков. И это очень редко получается, поэтому очень приятно, что получается встречаться с ребятами, вживую пообщаться. И для них это очень огромный стимул заниматься и стараться добиваться этих высот.